Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Сина 97, ну или Грешник 97. Итак, я нашел комнату, где лежит флоппи диск и где лежит материнка. Погнали чинить компьютер. Притом, посмотри, как близко это все было. Ну, на всякий случай, раз можно сохраняться до бесконечности. Компьютер, кстати, тоже где-то рядом. Вот он где. Так, флоппи диск. А, это флоппи диск драйв. Наверное, не получится прочитать-то. Читать-то нечего. Он скажет, а теперь диск. Что происходит? Floppy disk drive inserted. Ты понимаешь что-нибудь? Ну, я могу предположить, что надо теперь сам диск. Ну, это печальная история вообще. А, нет, диск-то у меня теперь... А, мы collected evidence. Мы нашли диск. Все, так, материнская плата нам нужна. Это где-то внизу. Ходит тут кто-то или не ходит? А, это просто перегородка была здесь. Что-то я не вспомню так.
А, кстати, сторож, может, это вот эта комната? Локт. Лопата нам тут не нужна. А сегодня тут закрылось все. Мы в ловушке. Клоун, ты где? Разве не здесь? Так что произошло? Так, рычажок какой-то дернуть. Свет включился. Что произошло? Питание, наверное, теперь есть. Бит-пароль 2145. Попробуем сейчас. А что это такие полосы идут, как будто он идет? Это вроде как подсказка, мне казалось. И, как всегда, пошел не в ту сторону. Ну, это, в принципе, не особо страшно, можно пойти сейчас в ту. Дебил.
Да ты... Вот так вот. Изи-пизи, лемон-сквизи. Так, а где прятаться-то тут? Тут не написано, что мы спрятались. Не поддается. Вытащить. Так, тут аптечка. Рот зашит. То есть нужен вайкатор, наверное. Рот зашит. Во рту, значит, что-то лежит. Жестко. А где? Куда я дел? Вайкатор. Я так не играю, ну блин. Может, молоток где лежит? Все там. Мне просто страшно представить, что же происходило на этом кресле. Понятно. Смотри, что тут я нашел. А, это сторож, наверное, и открывается этим ключом.
Так, сейчас. Equip. Он говорил, что это закрыто, надо было. Ну так темно, что я даже не увидел, что тут есть. Заметка. Я могу и так прочитать. А, не могу найти Тимати. Или Надежду сегодня. А, спросил их родителей, где. Где они были? Ну, такое ощущение, что они просто не слушали. Их глаза, в общем, куда-то смотрели, видимо, вдаль. И не выражали никакого интереса. А здесь что было? Отец вернулся с декоративным гробом. Он говорит, содержит дух божественного, духовного какого-то существа. Святая мать. Кто поможет направить нас? Чё ты ходишь-то как дебил? Давай или сюда, или туда. А, так, мы должны нести его, ну или заботиться, относиться к нему с какой-то великой заботой. А, отнести его с осторожностью в бейсмент. Я не могу дождаться поговорить с отцом, чтобы понять его последнее учение. Он понимает истинное обучение. Ну, истинное учение, которое нам нужно. Это понятно. Вы-то клоуны ни хера сами не поймете. Так, горючка, это хорошо. Так, нужен ход на улицу. Где-то он был. Я уж не вспомню, естественно. Столько раз выходил.
неожиданно шаги эти. Давай на второй этаж. Вот дело. Так, это я все понял. Ну где насос этот чертов? Это вот гараж, все, надо запомнить. А вот же. Запускай. Колесо? Мы машину будем чинить, что ли? Так, ну что такое белизна? Может быть, все-таки белизна нужна для засора? Но я слышал, что могут кто-то белизну куда-то там в трубы сливать. Да выключи ты ее, эту херню. Так, это где-то в туалете. В туалете надо было белизну использовать. Я не помню, где туалет. Так, молоток здесь. А где каттер? Надо искать туалет.
Прикол, не помню, на втором этаже или на первом. Да тут я. Так, соль. Так, ну для автомобиля, наверное, вещи надо выложить. Они мне пока не пригодятся. Аккумулятор и колесо. Давай соль возьмем, еще попробуем. Погнали искать туалет. Может, все-таки как-то они связаны? Душевая и этот туалет. Все-таки общая коммуникация. Не должны же они быть прям по-разному. Так, а вот это куда ведет? Далеко, а это еще выше идет. Уже забыл, неужели на чердак? Точно. На чердак. Блин, где же чертов туалет? Надо, кстати, сходить через локацию. Ну, в общем, через этих чуваков, которые там молятся или что-то делают. Как будто все обгоревшие какие-то. Или полусгнившие. Это плохое место, типа, для того, чтобы спрятаться? Ты серьезно? Библия отца. Это важно. Ага, это evidence. Может быть, мы 5 предметов должны собрать? Это у тебя язык такой? Бля. Ну, от звука я испугался. Как они его вызвали-то?
Заметка. Отец привел своего первого, что-то, а может, провел свою первую церемонию с возвращения с поездки. Наверное, какая радость, типа. Он изучил новую форму, что-то там, какого-то direct speaking. Его новое учение показывает такое, что-то какое-то божественное, наверное, понимание, описание, как, на что он учит нас, истинное, наше, наверное, истинное предназначение, готовит нас всех в качестве, наверное, сосуда для нечто большего, ну, чтобы нас наполнить. Не могу дождаться и встретить Святую Мать, кто коснется в общем, что-то такое. Летит мудак опять здесь. А, здесь, наверное, орнамент нужен. Так, что? Нужен компонент. Какой компонент? Блин, ну какой компонент? Что, рычаг нужно, чтобы этого опустить? Где же туалет? Сложно искать черную кошку в черной комнате. Ну или в темной комнате. Если ее там нет. Вот самый прикол, если на первом этаже нет туалета.
Ну давай, пролезай, мудила. Ну, прикинь, он вот здесь не мог пролезть. То есть в одну сторону он идет, а в обратную нет. То есть вот так можно пройти, а вот так нет. Ну что за бред? Это свеча зажигания, надо обязательно забрать. Так, а как же поступить-то? Давай тогда что-нибудь выложим. Орнамент всегда здесь лежал, пусть орнамент будет лежать здесь. Не, ну это, конечно, хрень, то, что надо запоминать предметы, где лежат. Ну, ясен хер, я тут все забуду. Вот он, туалет, ё-моё. Все, не беспокоить. Точно. Белизны налить. Ключ от гаража. Машину будем чинить сейчас. Только я забыл, где гараж. Прикинь. Ну, тут вроде так все похоже. Просто вход в гараж, но это первый этаж, скорее всего.
А, он там. Он делает это. Надо оборудовать ключ. Блин, ну так был рядом. Чертов гараж. Где же ты? Может, в подвале выход в гараж? Я вот просто понимаю, что с большой вероятностью ухожу просто. Просто очень близко. Отлично. Так, нужен аккумулятор. Так, колесо. Ну, неплохо. Отец закрылся от всех, наверное, в бейсменте. Уже, ну, на дни. Я думаю, он страдает от, ну, в общем, последствий, наверное, по поездке. Я продолжаю слышать какой-то шум. А как он работает, наверное, там в то время, как я, наверное, продолжаю проводить церемонии. А когда я попытался предложить свою помощь, он сказал мне. А он мне сказал, что ты поможешь, когда, в общем, время подойдет. Когда Мать Святая скажет, тогда твоя помощь и понадобится. Сейчас ввали. Так, а как открыть эту дверь-то? Или мы ее просто протараним? Нихера себе, тут, оказывается, лаз есть. Это интересно. А мы, наверное, этим ключом можем тоже открыть. Там был разводной ключ, а этот другой ключ, наверное, он тоже работает. А для чего же вот это? А, это как ручка, газ перекрыть, вот что-то такое вот. А куда это может понадобиться-то? Так, нужен аккумулятор. И, по-моему, все. А бензин там.
Так, ну давайте орнамент выбросим. Так, аккумулятор. Ну я аккумулятор сейчас использую. Мне ячейка освободится. Звук такой, конечно, резкий. Это суки. Где эта комната сраная? Батарейки садятся. Не просто хреновый производитель. Батарейки как дерьмо. Где-то здесь был этот. Может, не здесь, а вот сюда надо было идти. Ну нет. Бесит. Пропускаю, наверное, прямо вот. Каждый раз. Я уже круг сделал. Вот дверь, сука. Естественно, так закрывать.
Поехали. А что еще надо-то, ёпта? Да выключай тогда свет. Батарея этот... машина-то сама закрыта. Ну молодцы какие, какие молодцы, как здорово придумали. Не, ну я что-то пропустил, значит. Ну, машина как бы окей. Но надо как-то рот порвать этому. В медицинском кабинете. Может, у него во рту ключ? И все, и уедем. Но зачем нам орнамент и всякая вот эта шляпа? Это вообще не ясно. Просто какой-то ужас. Но все так связано. Блять, ну садись, ёпта, нахера ты стал? А посмотри, как он быстро-то туда-сюда. Ну он говорит, типа, смотрите, типа, кто у нас тут. И мой мудак встает и не двигается. Говорит, не могу пройти. Я же встал. Надо искать, где я мог оставить эти вайркатеры. А здесь я не мог оставить? Или тут? Ну, это надо пересмотреть. Может быть, они у меня исчезли, как ключ? Все батарейки сейчас посажу уже. Я не понимаю, зачем мне все эти предметы. Надо пересмотреть, короче. Куда я дел вайркаттеры? Это единственная мысль здравая, которая у меня есть. Так, ну что у нас еще есть? У нас есть соль. Ну вот, из-за того, что мы не использовали. И вот эта штучка. Ручка. А, орнамент еще. И еще где-то я орнамент видел. Но уже не вспомню где.
Ну давайте здесь прервемся, продолжим уже в следующей серии. Я, наверное, поищу. Не буду вас нагружать с поиском идиотским, ходить туда-сюда. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.